Друзья, всем привет! С вами Дмитрий, и вы на канале Исцеления. А вы знали, что крестец – это аккумулятор позвоночника? Энергия поднимается снизу вверх и питает весь позвоночник. В крестце накапливается энергия, и при отсутствии различных дисбалансов поднимается вверх и заряжает наш позвоночник. А позвоночник – это наш стержень. И часто бывает, что из-за дисбаланса крестца страдает весь позвоночник. Начинает образовываться остеохондроз, протрузии, грыжи из-за того, что не идет нормально энергия. И сейчас я вам покажу упражнение, которое улучшит энерготок в крестце и, соответственно, снабдит лучше наш позвоночник. Вначале, когда мы принимаем душ, то по завершению мы направляем струю тепло-горячеватую в область крестца. Прям начинаем активно проливать эту область. Льем, льем, все обогреваем. Здесь немножко можно поясничку прогреть. Проливаем, почувствовали, что тепло, хорошо. Далее выходим из душа, вытираем себя, берем ручку нашу в кулачок и начинаем простукивать крестец. Нащупали крестец, не надо бить по копчику, не надо бить по пояснице, а бейте прям в крестец, вы его почувствуете. И начинаете простукивать одной рукой, второй рукой, как следует. Можно обратной стороной ладони. Простукиваем, простукиваем. Вы можете почувствовать вибрацию, которая идет в ноги, которая идет вверх. Начинайте простукивать с одной минуты. То есть пролили горячей водой, тепло-горячеватой водой, вышли, простучали. Начните с одной минуты. Это первую неделю. И последующие интуитивно, там 2-3 минуты. И вы почувствуете, как у вас улучшится кровоток к органам таза, улучшится энерготок по позвоночнику, и вы начнете себя чувствовать более энергичным. Друзья, выполняйте эту практику, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, делитесь с друзьями и будьте еще счастливее.